Дело близится к развязке. Уже завтра Ставропольский краевой суд планирует рассмотреть апелляцию по делу экс-начальника Кочубеевского ГАИ Алексея Гуриева. Его приговорили к 8 годам лишения свободы за взяточничество. По материалам дела, Гуриев заставлял своих подчиненных вымогать деньги с владельцев большегрузов за проезд по территории района. В общей сложности майор получил 150 тысяч рублей. Между тем, компании-перевозчики, работающие в Кочубеевском, вздохнули с облегчением. Об этом они рассказали Кирилл Рогожиной. Утро водителей в этой компании начинается в кабинете врача. Измерение давления – процедура обязательная. Если все в норме, роспись в журнале и путевой лист. Потом к механикам, убедиться, что транспорт тоже в порядке. Итак, 6 дней в неделю. В прошлом году название этой невинномысской транспортной фирмы звучало в криминальных хрониках. Правда, как потерпевшая сторона. У компании 98 единиц транспорта и 95 единиц дорожно-строительной техники. Из них около 40 большегрузов работают с карьерами. Возят материалы по территории Кочубеевского района. Следствие выяснило, чтобы водителей не штрафовали, экс-начальник местного ГИБДД Алексей Гуриев требовал с руководства предприятия взятку. За зеленый свет приходилось платить круглую сумму. Сейчас Гуриев за решеткой, а сотрудники компании стараются не вспоминать смутные времена. Нормально, хорошо работа. Легче, без всяких проблем, нет никаких проблем у нас в работе. Этот водитель лица попросил не показывать. Он работает в сфере перевозок больше 3 лет. 2 свои КАМАЗа сдает в аренду. От Гуриева и его подчиненных, рассказывает, пострадал лично. За проезд большегрузов через посты еженедельно приходилось платить мзду. По 3000 рублей с машины. Сейчас ситуация улучшилась, да, в ту сторону, что как бы нет такого, что платить там что-то кому-то. Спокойный проезд, можно свободно ездить, свободно как бы это самое. Ну, нет такого, чтобы каждую неделю все платили деньги. Сейчас такого нет. На территории района 39 действующих карьеров. Как выяснилось, в ходе следствия оплату за проезд по требованию майора Гуриева гаишники собирали со всех большегрузов, которые шли через посты. Чтобы компенсировать потери, предпринимателям приходилось идти на нарушения. Машины ездили с перегрузом и, как следствие, разбивали муниципальные дороги. Администрация района несла убытки из-за ремонта. К тому же деньги от штрафов проходили мимо казны. Присутствием новых руководителей, слава богу, мы нашли и понимание, и стабилизировалась работа, и движение, будем говорить, по нашим дорогам, тех негативных моментов с перегрузами уменьшилось. Стабилизировалась принципиально на нашей территории эта работа. В конце прошлого года суд вынес Гурееву обвинительный приговор. Его признали виновным по 4 эпизодам и назначили 8 лет строгого режима и штраф 2,5 миллиона рублей. А 23 января Ставропольский краевой суд планирует рассмотреть апелляцию по этому делу. В Кочубеевском районе внимательно следят за процессом и надеются на справедливое решение. Кира Рогожина, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.